С инвестиционным и экспортным потенциалом Беларуси познакомили португальских предпринимателей. Большая презентация, первая в истории двусторонних отношений, прошла в школе бизнеса Порту. Дискуссия с участием посла Беларуси во Франции, Португалии по совместительству Павел Латушко, представителей Министерства иностранных дел, Национального агентства по инвестициям и приватизации касалась, кроме прочего, создания совместной платформы. Она поможет деловым кругам двух стран обмениваться информацией о перспективных проектах. На таких встречах мы формируем основу для расширения предпринимательских контактов и для распространения информации о возможностях, которые предоставляет Беларусь португальскому бизнесу. Надеюсь, сегодняшний диалог послужит хорошим импульсом для роста взаимной торговли. Ожидается, что уже предстоящей осенью потенциальные партнеры посетят Беларусь с ответным визитом.